Правда ли, что инопланетяне помогали египтянам? Но я думаю, да. Я думаю, что до момента, когда появились египтяне, пирамиды были уже построены. И египтяне просто использовали пирамиды для того, чтобы сделать из них вот такие гробницы. А сами фундаментальные пирамиды, они были возведены, скорее всего, до периода возникновения египетской цивилизации. Я был в Александрии, которая находится рядом с Каиром. И в городе Александрия я был в музее египетском, мне очень понравился. Там рядом с пирамидой находится этот музей. Когда я был в этом музее, то я обратил внимание на типичный такой каменный какой-то бордюр. И спрашиваю у человека: вы можете объяснить мне, что это за каменный бордюр? Он говорит мне: этот каменный бордюр, это была пристань. Я говорю: какая пристань? Он говорит: здесь было море. Я говорю: какое море? Ну, наше вот море красное. Я говорю: ну сейчас здесь нет моря, сейчас здесь везде пустыня. Он говорит: да, в то время море было. И тогда пришла идея. В действительности, если море было, то это много всего объясняет. Много всего объясняет. То есть можно было строить пирамиды, используя ямы, довозить это все там, используя корабли и так далее. Очень удивительно. Ну, думаю, что вот так.